Мать говорит, это три этих ягненка, а у нее две сиськи. И эти шустренькие, видно, первые родились, они высосут, а ему нет. И он такой, это, зачахленький, а мама говорит, твоя мама уже, ага. Не та. И это, мамушка. Говорит, надо его прибить, что он будет мучиться. А мне, он такой кудрявенький, да, такой маленький, как рукавичка. Я говорю, не надо, он такой хорошенький. Я забрала его в избу. Ага. И бутылочку молока налью, и даю, он сосет. И он пошел, пошел и обогнал этих. Да? Но, которые самец на улице. Самец такой здоровый. Но, это, баран был. Ну и там веник березовый запаривал, он уже стал есть. Ну, в общем, вырастила на свою голову. Ага. Ну, это, он привык с нами, с людьми. И весной, когда уже погнали скотину в поле, а он не идет. Ну, это, мать говорит, вот иди теперь, приучай его. Это, выгуливать туда, ну, это, чтобы, на выпас. Ну, это. Да, чтобы со скотины. Там же еще овечки, все это. Вот я вместе с пастухом иду. Ну, там коровы эти разбегутся, все там траву есть. Он щипит траву. Но я стою, потом думаю, сейчас спрячусь за дерево в кусты. Только спрячусь, как голову так поднимает, фыр-фыр, и рога вот такие закрученные. Нет у меня. Их, как припустит, я выскакиваю, ты куда? Он опять идет сюда. Я говорю, ну-ка, сейчас же... Тут траву рви. Привыкай, да, ну, так к своим сородичам. Я, наверное, недели две ходила, и бесполезно. Я пришла, говорю, да, не буду я больше его пасти. Расскажи, как он, почему бодался-то? Дети его же в траве. Ну, ребятишки, он же ходит по деревне. В деревне одна сторона, ну, посреди дорога, а тут с этой стороны травка такая, он щипает. Ну, и они ему тут между рук щекотали. И он... Это уже как бы их отталкивает, ага. И научился бодаться. Ну, ага, вошел во вкус. Я не помню, откуда мы это, сколько Миши было. Наверное, год или полтора, это летом было, да, где-то полтора было. Я не знаю, откуда мы шли, я его за ручонку вела, мы тихонько шли. Смотрю, как он бежит. Я ее схватила на руки, а у нас во дворе стояла бочка, она рассохшая. Нет, воду не держали. Я его туда, в эту бочку, сама нагнулась. Он поразит, знаете, на копытце это копытцами на обруч. И так фыркает. И мы просидели, я не знаю, сколько в этой бочке. Потом он, ему надоело уже, мы не вылезаем. Он пошел, я схватила Мишу и быстрее домой заскочила. Хозяйку. А потом он приехала.